Здравствуйте. В этом обзоре я расскажу об электронной сигарете Kanger Yemega 1900 USB. Электронная сигарета поставляется вот в такой картонной упаковке. На лицевой стороне упаковки отображен логотип производителя, название модели и видна центральная часть самой сигареты. На оборотной стороне перечислены характеристики клеромайзера, аккумулятора и состав комплектации. О характеристиках сигареты я расскажу чуть позже. Посмотрим, что входит в комплект. В комплекте идет сама сигарета в сборе, кабель microUSB для зарядки устройства и инструкция пользования на двух языках – английском и французском. Данная электронная сигарета Yemega 1900 выпускается в 5 цветовых решениях – черный, синий, красный, стальной и коричневый. На обзоре модели в самом распространенном и популярном цвете – черном. Теперь расскажу подробнее о каждой комплектующей набора. Аккумулятор Yemega имеет повышенную емкость 1900 мАч, 510-й коннектор и разъем microUSB на торце устройства, что позволяет заряжать сигарету, не откручивая клеромайзер, и пользоваться ею прямо во время зарядки. На корпусе рядом с разъемом microUSB расположен индикатор, который позволяет контролировать процесс зарядки. Красный цвет индикатора означает, что сигарета заряжается, а зеленый – зарядка закончена. После покупки необходимо сделать так называемую раскачку аккумулятора, чтобы аккумулятор вышел на рабочую емкость и прослужил вам как можно дольше. После раскачки аккумулятор заряжается 3-3,5 часа. Емкости такого аккумулятора хватает до 800-900 средних затяжек, что примерно равно 2 пачкам табачных сигарет. Диаметр аккумулятора немного увеличен. Это было сделано для того, чтобы аккумулятор был более компактным и менее длинным. При этом аккумулятор удобно лежит в руке. Он обладает стабилизацией выходного напряжения, что независимо от уровня разряда аккумулятора, дает на выходе 3,7 вольта без падения напряжения. Иначе говоря, нагрев испарителя будет одинаков как при полном заряде, так и при почти разряженном аккумуляторе. Также в него встроены защиты от короткого замыкания, от переразряда, перегрева испарителя используется отсечка 10 секунд и блокировка от случайного нажатия. Блокировка и разблокировка стандартная осуществляется при помощи пятикратного нажатия на кнопку в течение 2 секунд. Клеромайзер – это емкость, в которую заливается жидкость для электронных сигарет и в которой происходит ее нагрев. Именно от этого элемента электронной сигареты зависит густота и количество пара, а также насыщенность вкуса. Данный набор комплектуется клеромайзером Yewood Mega с емкостью 2,5 мл, со съемным мундштуком, имеющим 510-й коннектор, 510-м коннектором самого клеромайзера и усиленным корпусом, позволяющим сохранить клеромайзер при падениях. В клеромайзере установлен двухспиральный испаритель с сопротивлением 1,5 Ом. Жидкость данный клеромайзер заправляется снизу, не попадая в центральное отверстие. На этом обзор электронной сигареты Kanger Yemega 1900 USB завершен. Данный обзор был представлен сайтом nanofutur.rf. До свидания!